Varför fika är viktigt i Sverige, det har ju en väldigt viktig social funktion. Man skulle kunna säga att det är som ett socialt smörjmedel. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотели бы научиться делать шведскую фику. Отлично, вы пришли по адресу. Позвольте мне начать со снов. Вы хотите кофе или чай? Кофе. Я бы с удовольствием выпила кофе. Да, кофе, пожалуйста. Мы обычно пьем много кофе здесь, в Швеции. Я думаю, что хотела бы капучино, пожалуйста. Что же вы тогда хотите на выпечку? Как будто здесь у нас есть наша коронная жемчужина шведской фики. Это булочка с корицей или торт принцессы. Две булочки с корицей. Давайте поделимся размером этой булочки. Да, да, это было бы здорово. Хорошо, отлично. Я расскажу вам об этом. Наличие фика на рабочем месте позволяет вам расслабиться и расслабиться по-другому, а это необходимо для того, чтобы создать хорошую рабочую среду. Хорошо, вот ваш кофе. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Что касается нашей шведской фики, позвольте мне начать с того, насколько хорошо вы, ребята, на самом деле знаете друг друга. На самом деле мы только сегодня познакомились на работе. Хорошо, приятно. Я имею в виду, что тогда я бы предложил, может быть, не начинать разговор о политике, религии, постараться вести себя непринужденно. Так можно ли на самом деле делать фику, когда мы захотим? Опять же, на рабочих местах у вас обычно фика в 10, а затем в 3. Но если вы находитесь вне рабочей ситуации, вы просто фикаете, когда захотите. Я уверен, что эти расслабленные моменты, когда все просто, знаете ли, немного расслабляются и позволяют друг другу говорить о вещах, связанных с произведениями искусства, но также и о вещах, которые не обязательно являются работой. Это дает побочный эффект творчества и, возможно, также возможность сказать то, что вы делаете. Может быть, вы не позволили бы себе сказать иначе. Som fikat ser ut idag kan man ju säga att det växte fram under slutet av 1800-talet. Ja, det som har förändrats med fikat det är ju att kaffekopparna är större, bullarna är säkert 3 gånger så stora de sista 50 åren och det är möjligen ett litet... По крайней мере, поменьше для куро. Det som är så likt, det är ju det här att man sitter... В этом месяце. Так можно ли отказаться от... Нет, нет, нет. Вы не должны этого делать. Так что же произойдет, если я откажусь без уважительной причины? Мы видим много новых продуктов. Вместо булочки с корицей у вас есть батончики с булочками и миски с асаи, пудинги с чиа, овсяные хлопья на ночь, фруктовые салаты. Это привносит больше вариаций в общую концепцию. Хорошо, итак, мы готовы начать фику прямо сейчас? Да, технически, но вам нужно знать, что мы едим их в определенном порядке. Я имею в виду, что большинство шведов уже знают об этом. О, тогда каков порядок приема пищи? Потому что на самом деле я только что откусила кусочек торта принцесса. О, нет.
Мы всегда начинаем с наименее причудливого печенья, а заканчиваем самым причудливым тортом. Хорошо, тогда начните с корицы, а потом... Нажмите в следующий раз. Первый раз. Я бы начал с булочки с корицей. Затем у меня есть маленькое печенье, пирожные, а затем я закончу это тортом принцессы. Я бы начала с булочки с корицей, перешла бы к маленькому печенью, и, наконец, у меня есть кусочек торта принцесса. Мне, вероятно, пришлось бы сначала взяться за торт, а затем заняться самой маленькой выпечкой.